Школьница попала под колеса тонированного «Мерседеса». ДТП случилось около 14 часов на пересечении улиц Тимирязева и Мальцева. Шестиклассница направлялась в школу. Дорогу она почти пересекла, когда оказалась под колесами иномарки. По словам очевидцев, серьезных травм девочка не получила. На место аварии приехала ее мама, и вместе они отправились в больницу. Со слов водителя, он уходил от столкновения и выехал на полосу встречного движения, где произошел наезд на ребенка. Ребенок с травмой тела был госпитализирован.